В энергоуниверситете появится бассейн. Площадка уже выбрана у корпуса В на пересечении улиц Рабфаковской и Красных Зорь. Строительство финансирует партия власти в рамках проекта «Бассейны вузам». Их возводят в разных регионах страны. Теперь будет такое и в Иванове. В ближайшее время в вуз поступят средства на разработку проектно-сметной документации. Это будет неодноэтажное здание. Бассейн предусматривает 6 дорожек. Длина 25 метров, ширина 2,5 метра. Вот поэтому мы там сделаем еще фитнес-зал, безусловно, мы сделаем там какую-то зону кафе, так, чтобы это было удобно для посещения, для занятия здоровым образом жизни. Первый камень в будущий бассейн заложат уже в 2020-м. Городские власти по завершении стройки обещали помочь с благоустройством территории и организацией парковки. Здание бассейна должно быть современным, удобным, просторным и, что немаловажно, органично вписываться в ландшафт. Чем больше бассейнов, тем выше доступность и возможность каждого жителя прийти и посетить, конечно, не только сам бассейн, но и в целом физкультурно-оздоровительный комплекс. Он будет вообще для всех жителей города. И, конечно, я думаю, что один энергоуниверситет, он просто такой объект не сможет потянуть, и задача будет как раз его наполнить жизнью. Ректор вуза отметил, что в планах разработать несколько вариантов эскизов будущего бассейна и предоставить их на суд властей и общественности. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.